Так, что мы знаем про что себя? Что мы знаем? Мы, значит, что тут делаем вообще? Мы проводим некий эксперимент. Некий эксперимент. Хотим сделать шоу классное. Хотим создать некую сопричастность. Вот, поэтому это не только наш эксперимент, это наш с вами эксперимент. Вот, поэтому мы попросим вас быть вовлеченными. Значит, у нас нет никакого формата. Никакого формата. Мы не придумывали его. Мы сегодня формируем формат. Да? Да, мы сегодня формируем формат. Кто это сказал? Это я сказала. Откуда это идет? А, все. Спасибо. В принципе, есть какой-то ход. Вам он может показаться сумбуром каким-то, но он есть. Да, он есть. На что мы рассчитываем? На некую искренность. Мы вот будем искренне с Георгием. Вот. Я по мере сил, потому что для меня это сложно. Для Георгия это сложно. Я тебя дрессирую. Меня уже дома дрессировали. Ты уже привык к этому. Вот, хотим создать некую площадку, да, где можем делиться какими-то мнениями. Давайте, я предлагаю познакомиться. Я Ирина, мне 47 лет, и я психолог. Это достаточная информация? Это потрясающая информация. Супер. Приятно познакомиться. Да, спасибо большое. Спасибо, что пришли, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Елена, мне 32 года, я замужем, веду блог, воспитываю сына и мужа. Привет. Привет. И им приветик. Держитесь. Так как я обучаю людей качественной коммуникации, стараюсь не перебивать. Да. Ждала, пока закончится. Это спасибо. Было качественно, действительно. Спасибо. Собственно, меня зовут Полина, мне 38 лет, и я занимаюсь продвижением образовательного проекта, который обучает людей психологии и созданию близких отношений там, где люди не воспитывают друг друга, а по-настоящему выбирают, любят и создают такую прям качественную связь. О-о. Спасибо, Полина. Спасибо. Всем привет, меня зовут Сабрина. Сабрина. Мне 22 года. Я, по-моему, мне кажется, я самая маленькая. Да, супер, ура, люблю быть самой маленькой. Сабрина маленькая ведьма. Я веду блог, артист, и работаю с девушками. Просто создаю сообщество, пространство, где девушки могут чувствовать себя максимально комфортно. И я верю в любовь. Ей. Привет, Сабрина. У меня, кстати, трек такой есть, Little Witch, про Сабрину. Всем привет. Меня зовут Таня Текис, и я музыкант. Я была солисткой группы «Серебро». На данный момент я занимаюсь сольной музыкой. Вот, диджею, создаю свой мерч, делаю концерты. В общем, создаю праздник для людей и для себя. Очень круто. Всем привет. Класс. Спасибо, Таня. Всем привет, меня зовут Моша Макеева, Моша. Я художник, живописец, мне 27 лет, занимаюсь искусством всю свою жизнь, это просто смысл, да, моей жизни. Круто. Художник. Мне, кстати, 26, я забыла сказать, да? Хочешь 25 сделать? У нас есть здесь вот... Не замужем, нет детей, если это важно. А мне интересно, тут все замужем? Нет, вот девочки. А вы? Официально вы? Я в разводе. Вот я говорю, все психологи, кто занимается отношениями, они всегда без мужиков. А почему мы без мужиков? Муж и мужики — это разные вещи. Да, вот об этом я говорю, что поэтому я не хожу никогда к психологам. Не хожу никогда к психологам, особенно к тем, у кого нет, у самих нет отношений долгих, прочных, именно семейных. С чего ты это взяла? Почему ты всегда говоришь «все»? Потому что я считаю, что психология нынешняя, она выращивает эгоистов. А брак и отношения — это все-таки то, вот про то, что девушка тоже сказала, это правильно, это надо воспринимать человека такой, какой он есть. Так а почему ты его воспитываешь, если ты его такого не воспринимаешь? Если я говорю, это не значит, что я делаю. А почему вас так зацепили мои мысли? Ну, потому что нельзя говорить всегда «все» и психологи. Потому что сколько вижу психологов. Если нет мужа, это не значит, нет отношений, нет мужчины. А для меня, ну, видите, для вас не пример, а для меня пример, что если ты классный, у тебя есть, ты развита во всех направлениях, и у тебя во всех направлениях все должно быть супер, и в личной жизни в том числе. Кто сказал, что должно? Ты я. Сказала? Что себе должно. Сказала. Ну вот себе и говори, зачем ты здесь транслируешь? Вы сидите и себе говорите свое. Я просто вот транслирую не только для вас, но и для других, и для зрителей, которые будут смотреть, и для моих подписчиков. Спасибо, Елена. Спасибо. Раунд. Спасибо большое. Да, да, спасибо. Мы твою позицию поняли. Георгий, мы до тебя добрались. Расскажи людям, кто ты такой. Я Георгий. Привет. Привет, я Георгий, я хочу в монастырь. Как выяснилось. Да, как выяснилось. Потом я не умею забивать на проблемы. Да. Потом, значит, я
меня надо воспитать, во-первых, надрессировать, чтобы вообще все хорошо работало. А так мне уже 38 лет. Поздновато, по-моему, меня воспитывать. Вот, 38 лет мне, я грустный, капризный и веселый, находчивый. Меня зовут, значит, Ахшар. Сначала как будто сложно кажется, но на самом деле всего 5 букв. Да, Ах. Типа. Ах, это то, зачем в стриптиз ходит, да? Вот, некое восхищение. Ах. Ах. Шар. И шар потом. И шары. Ай, шары там и думают. Шар, да. Не мяч, это важно, потому что были прецеденты. Ахмяч, да. Ахмяч меня называли. Смотрите, значит, я что? Я, значит, продюсирую всякий интертеймент, всякие проекты на телевидении и на всем остальном. Вот здесь мы с Жориком пытаемся сделать что-то классное с вашей помощью. Спасибо вам большое. Георгий, это Жорик? Жорик. Жорик. Это одно и то же. Да, там сейчас, знаешь, как раскроется, какой портал. Там и Гоша, и что там. Москва слезам. Да, Москва слезам не верит. Недавно посмотрел фильм, он называется «Что такое женщина?». Это, если смотрели? О, на нет. Американский стендап. Комик, да. И он сквозь весь фильм, он задавал людям один вопрос. Кто такая женщина? Что такое женщина? И никто не смог на него ответить. Вот. Как-то вот четко. И я хочу задать вопрос по-другому. Ну, так же, но не про женщину, про мужчину. Давайте попробуем, как в Википедии описание есть, вот так, как-то определить мужчину в 3 предложениях, в 4, может быть, вот, и этим задать некий вектор, чтобы было примерно понятно, как кто рассуждает. Что вы думаете? Для меня мужчина — это проводник. Проводник? Да. Так, ну давай с себя тогда и начнем. Ну, я начну с того, что я очень долго разбиралась в себе и в женском проявлении, да, я очень долго разбиралась в женщинах, в девушках, и до сих пор учусь каждый момент, каждый день, каждый год. Мне кажется, вообще мы становимся новыми личностями каждый новый момент, не то чтобы год. Ага. Вот. Но про мужчин я действительно знаю очень мало. И я, до меня это дошло буквально вот там пару дней назад, меня просто осенило, я поняла, что в мужско-женских отношениях я просто total zero. А кто такой мужчина? Вот в 3 предложениях, скажи. Мужчина — это кто? Как... Это, вот если женщина — это как сосуд, то мужчина — это как провод, который поставляет что-то в этот сосуд. Что это за конструкция? Буквально. Сосуд и провод? Буквально. Короче, шланг. То есть он постоянно что-то привносит в эту, как бы сказать, ага, пещеру, да, мамонтов, ага, мясо. Ага. Шланг, который тебя наполняет. Да. Добытчик типа. Да. Я понял. Да. Короче, мужчина — это то, кто тебе что-то приносит. Дает. Да. Ага, ага. Все, ну, я понял. Я имею в виду не лично для меня, а в принципе вот если добытчик, образно, короче. Да. Мужчина — это добытчик. Да. Ага, все, я понял. Спасибо, Сабрина. Пожалуйста. Таня. А мы по очереди. Да. Ну, если хочешь, можешь пропустить. Ну, в целом, есть просто, мне кажется, сложно, ну, как-то в 3 словах описать. Но если нужно, ну, в первую очередь, я скорее по качествам пройдусь. Мне важно вот это чувство защищенности. Ну, то есть, если обобщить, защитник, ну, наверное, mm-hmm. мужчина-защитник. Да. Потому что в целом, я думаю, что женщина, она способна на самом деле на все, как бы. Но прикол в том, что она может покорить мир и реально вот давать вот это изобилие, делиться и с окружающими людьми, и со своим мужчиной только в том случае, если она чувствует себя защищенной, любимой. Угу. И сосуд наполняет. Я понял. Хорошо. Для профилактики. Думаю, спасибо, Таня. Да. Спасибо, Таня. Моша. Так, ну вы вот спрашиваете, что такое мужчина в глобальном? В глобальном? Или все-таки я думаю, что каждый говорит давай про для себя. Тебя. Про себя, да. Что для каждой девушки является, кто такой мужчина? Глобально как рассуждать? Ну, надо глобально у нас, Елена, это, есть. Да, большая ответственность, поэтому я не берусь. И я скажу, что для меня, кто, извините меня, для меня мужчина. Ну, для есть меня что, да? Примитивно, по наверное, Фрейдику, это партнер и друг. Партнер и друг? Да, да. Точно, это да. Человек, это душа. Ты уже ответила. А, все. Все. Нет, пожалуйста, говори. Да нет, это твоя подруга. А, нет? Нет, да. Так, партнер и друг, мужчина это партнер и друг? Да, для меня это тот, кого я выбираю, и с кем мы идем рука об руку эту жизнь. И нам весело, классно, кайфово. Нам здорово, нам замечательно. Мы поддерживаем друг друга, наставляем. Я могу прийти поплакаться, он может ко мне прийти поплакаться. Можем, да? Конечно. Короче, мужчина — это... Это мой друг. Друг. Да, и партнер. Можно в первую очередь. Хорошо проводить время. Жить.
жить. Ирина, какое-то, может, определение есть, да, у вас? Да, вот сейчас мне 47 лет, и я изменилась с возрастом очень. И на данный момент для меня мужчина — это прежде всего человек и партнер. Но не бывает, чтобы бывало, что 50% и там, всегда 51% у кого-то. И для меня 51% отношений должен быть мужчина. Угу. Он должен быть чуть-чуть выше, чуть-чуть умнее, чуть-чуть интереснее. Это должно быть чуть-чуть. Я против того, когда женщина падает в зависимость. Мы сначала падаем в зависимость, зависим от мужчины финансово, не развиваемся, просто считаем, что там проще мужчину, там, не знаю, сказать, ты должен подрессировать его, не знаю, воспитать, мотивировать, там, не знаю, еще что-то там с ним сделать. И мы расслабляемся. Угу. А это неправильно. Жиза. Это неправильно. Потому что непонятно, как бывает в жизни. И ты бываешь в 45 лет, начинаешь ее заново и просто с нуля. Угу. И мы ответственны всегда должны быть за себя. Ни мужчина наш партнер, ни сват, ни брат, ни акробат. Каждый должен брать ответственность за себя. И мы тоже должны быть мужчины интересны. Не то, что там вот я просто красивая и все. Угу. Это нет. Но так часто работает. А к мужчине так относятся, что он должен, у него только обязанности, и все. А вот я вот просто такая принцесса. Больная тема, да? И еще должен там не изменять, зарабатывать больше, и то-до, ты-тыры-пыры-растопыры. А мы сделаем. Я против этого. Так. Единственное, что я требую от мужчины, что мужчина не должен поднимать на руку на женщину, не должен орать, не должен никак себя вести это агрессивно. Никто не должен. Это вообще вот. Про всех это адекватность. Вот. Да. Я вот это вот требование главное. Угу. Потому что для меня безопасность это когда твой дом, ты знаешь, что бы ни случилось, как бы ни поругались, тебя не убьют, не прибьют, там не толкнут, потому что он сильнее физически. Вот это вот для меня вот, ну, один из важных параметров. Есть... Ну, я за то, чтобы развиваться всегда вместе. Угу. Плюсик. То есть, если мужчина там на 51% да. лучше, то есть мужчина — это некий ориентир, который ведет куда-то, куда... Знаете, как бывает, как часто бывает, что женщины хотят сильного мужчины, но когда они начинают жить, они начинают его ломать. А потом говорят, ты тряпка, ты то. Так ты же сама его как бы ломаешь, а что ты хочешь тогда? Да, так бывает. А мы вернемся. Все, сейчас я заведу. А мы к этому вернемся. Спасибо. Очень большая тема. Флешбеки какие-то. Да, да, очень хорошо понятно. А как надо на самом деле, сейчас нам расскажут. Сейчас Елена скажет, в чем мы все неправы. Реально Че Гевара сегодняшнего выпуска. Она сегодня, когда уходила, она такая, я там с кем-нибудь поругаюсь. Да, выходила с дома. Сегодня я им съемочки. Я там с кем-нибудь хипишно. Я просто эмоциональный человек, правда, да. Елена. Да. Дайте определение мужчине. У вас их двое. Мужчина, да. Но для меня нету там мужчина, женщина. Человек — это что? В первую очередь энергия. Поэтому для меня мужчина — это в первую очередь энергия, которая совпадает со мной, да. Угу. Во-вторых, это мой партнер, с которым я мыслю одинаково. Неважно, кто там может больше зарабатывать, может меньше. У всех бывают в жизни разные периоды в жизни. И женщина, она-то тоже и нужна иногда поддержать своего мужчину. Потому что если ты не можешь поддержать, нахрена ты тоже нужна здесь, угу. дорогая моя, да? Если ты собралась со мной строить семью, рожать детей, да, и проходить все этапы жизни. Поэтому энергия, партнерство, одинаковые взгляды на жизнь, в первую очередь, и чувство юмора. И тогда у вас будут прекрасные отношения, вы будете понимать, но будете ссориться, как говорят там, ругаться, не ругаться — это жизнь. Мы бываем всегда в разных энергиях и в разном настроении. И иногда мы можем поссориться, оскорбить, да. Люди, эмоции, все это есть. Просто надо еще уметь слышать партнера и даже прощать иногда. Партнера тоже надо уметь. Угу. Поэтому это все такое, это целый огромный шар. А тебе не кажется, для того, чтобы уметь слышать и прощать, обоим надо иметь эмоциональную зрелость, а чтобы ее обрести, ну, как будто бы нужно поработать. Подожди, а что ты подразумеваешь эмоциональная зрелость? У каждого понятия человека эмоциональная зрелость, ты она своя может. Ты где брисоводишь? Нет, как? Она определённая. Нет, подожди, смотри, кто-то говорит, он богатый, для нее он может быть богатый, я для меня не богат. Зрелость. Так, еще раз я говорю, эмоциональная зрелость у каждого своя. У нас нету какой-то определенной Хорошо. Шкалы, что каждый человек может быть под одной эмоцией. Или мы можем себя подкрутить под одну эмоцию. Вот даже здесь мы сидим, мы все разные. И моя эмоция, возможно, выше вас всех там, да? Хорошо. Остальных сейчас на данный момент. Я тогда корректнее скажу. Поэтому ты говоришь, ну,
Что такое эмоциональная зрелость, скажи? Все можно теперь сказать? Да. Эмоциональная зрелость — это когда ты конкретно понимаешь, что с человеком происходит, или что с тобой происходит, про себя ты понимаешь, что с тобой происходит, и можешь это объяснить своему партнеру, союзнику, как вы там называете, и она скажет тогда: а я думала, что вот так и вот так, и на это обиделась. И вы вдвоем, два эмоциональных зрелых человека, садитесь. Это не про деньги вообще. У меня вопрос. Да ты, да, я так говорю. У нас есть язык и рот. Вы что, дебилы? Не знаете, что нужно разговаривать, чтобы не дойти до эмоциональной зрелости? Чтобы дойти до эмоциональной зрелости, как ты говоришь. Так у меня есть язык и рот. Я не могу все спросить, понимают, что нужно разговаривать. Вот, так это не проблема. Не все могут разговаривать. Чтобы не прийти умею. К эмоциональной зрелости, причем, поймите, да. Откройте ну, рот, посмотрите, говорю. Что у вас есть язык. Он работает, да. Все, он разговаривает, да. Все, убери пистолет, мы переходим к следующему. Полина. Полина. Мне столько всего хочется сейчас сказать, если честно. Скажи, пожалуйста. Да, давай сначала. Но для начала какое-то определение, если есть у тебя вообще, в принципе... Я хочу предложить вообще немножко другую концепцию. Вот сейчас люди реально закапываются в том, что женщины пытаются раскрыть свою женственность, проработать, и очень часто к психологам приходят с запросом, как мне стать более женственной, как мне раскрыть свою женственность и так далее. Мужчины, наоборот, значит, про мужественность свою думают и так далее. И это, на самом деле, большая проблема, потому что женщина — это выросший ребенок, родившийся с первичными половыми признаками женщины, мужчина — это то же самое. Mm-hmm. Выросший ребенок, родившийся с первичными половыми признаками мужчины. Дальше уже вопрос, какие качества они в себе раскрывают. И если вообще отойти от концепции, что есть женские черты, а есть мужские, давайте просто называть, например, гибкость, которая сейчас считается женской. Мужчина без нее не может существовать, она нужна. Mm-hmm. Чувствительность, которая считается женской, мужчина не может без нее существовать. И вот это определение, какой мужчина, какая женщина, на самом деле это нужно зачем? Ну, биологически мы пытаемся все определить для того, чтобы не запариваться и не думать, как нам с этим обращаться. И это ведет к деградации отношений. Вместо того, чтобы знакомиться со своим партнером каждый день, смотреть, что у него происходит, какой он сейчас, какой опыт он получил, какой опыт я получила, и знакомиться друг с другом заново, мы пытаемся определить, что мужчина — это вот такое, и с ним нужно вот так, а женщина — это вот такое, и с ней нужно вот так. Поэтому я вообще стараюсь уходить от концепции «мужское-женское». Угу. В концепцию есть просто разнообразие, и в нас есть все, и мы можем абсолютно по-разному проявляться, и это дает возможность постоянно обновлять свои отношения, все время знакомиться с тем человеком, с которым ты живешь, и это дает свободу каждому проявляться по-разному и быть и слабым в том числе, и сильным в том числе, и это перестает быть типа мне нужно избавиться от я слишком мужественная, говорят некоторые женщины. Да нет, ты просто структурная, умеешь достигать своих целей и так далее, но забываешь проявлять гибкость, и это дает вот именно свободу выбора. Угу. Ответила на вопрос. На какой-то другой, но да. Спасибо. Я тоже, да. Да, вы все поняли? Вы все поняли все? Да. Класс, в основном все почти об одном и том же сказали, только каждый свой. Да, со своей точки зрения. Да, Ирина, вы согласны? Как-то? Я, знаете, что хотела сказать? Мы, как правило, вот, извините, забыла, как зовут. Полина. У меня проблема с этим. Полина сказала, что надо быть гибкой, узнавать каждый день своего партнера. Да, это замечательно, но мы часто сами себя не знаем. И нам проще узнавать какого-то другого человека, чем разобраться в себе. Ну, потому что до хрена делов, и нафиг нам это надо вообще, это все дело. И, как правило, бессознательно мы ищем партнеров, которые закрывают наши дефициты. И это очень плохо. Потому что любить на самом деле вот так вот истинно и безусловно может позволить себе не каждый. Потому что, как правило, мы закрываем свои дефициты. И поэтому мы терпим, поэтому подстраиваемся, поэтому что-то делаем. Поэтому я считаю, что всегда нужно начинать с себя. Это сложно, это иногда неохота, это еще что-то. Но мы, куда бы мы ни пришли, в какие отношения или еще что-то, всегда будем мы. И всегда даже, вот, допустим, почему бывают такие, что один партнер, потом вроде другой, и ты понимаешь, что это ты одного и тоже, один и тот же типаж. Ага. То есть надо в себе что-то поменять, чтобы поменялось что-то вокруг. Надо честно с тобой вообще поработать, что вообще я хочу. А честным с собой быть очень трудно. Да, конечно. Трудно же признать свои какие-то недостатки. Даже невозможно. А если представить, что недостатков нет? Просто есть разнообразие. И давай представим, что это не недостаток, а это не вовремя примененное какое-то качество. Прикинь, как тогда все меняется.
Не вовремя примененное качество. Да. Не ну, там например. Забухал, типа. Ну вот про как эмоции. Кстати, так, да. Не там и слишком часто. Это не недостаток, просто я это делаю не там и слишком часто. Не с теми, может быть. И гораздо проще тогда это принять. Понимаешь, в чем дело? Хорошо, вы согласны? Вот я выписал, слышал одно утверждение, оно мне показалось полюбопытным. Вот. Я боюсь просто разговаривать, я еще не разговаривал. Вот, есть такое утверждение, что дело, задуманное женщиной, осуществляет мужчина. Вот мне недавно сказали вот такую фразу, я о ней задумался. Так ли это? Как вы думаете? Давайте вот отсюда начнем. Прочитала такую вещь, что да, в целом это может происходить. Возможно, из-за того, что как раз девушка очень сильно может, ну как, перефокусироваться, так скажем, себя на мужчину. И да, она себе, то есть продолжает думать свои там некие желания, цели, отправляет их в космос, вот эту тоже энергию туда пуляет. Но при этом очень много внимания и энергии она отдает, продолжает отдавать своему мужчине. И Вселенная, она как работает? Ну, как в теории, да, есть одна из теорий, что она очень сильно реагирует на вот эти вот потоки энергии и как бы про что ты думаешь, как ты думаешь. И когда ты думаешь «хочу», там, не знаю, осуществить некий концерт. Я это вслух говорю при муже своем «хочу». Ёб твою мать. Ну нет, ну смотрите. Придумал ты себе реально вот какую-то цель большую, такую масштабную. Проходит какое-то время, твой мужчина реально приходит к этому, ты смотришь на это, и Вселенная, она как? Она такая, тебя как бы нету здесь. То есть ты либо в прошлом, либо ты где-то в будущем, а ты здесь только вот туда отдаешь, в этого человека. И поэтому он как бы здесь есть, мы слышим тебя, вот мы отдаем ему, типа, да, мы отдаем... Курьер. Типа того, да. То есть... Проводник. Да, и важно очень в этот момент тоже как бы не теряться, и просто есть такая самая базовая практика, когда ты себе напоминаешь, типа, я есть, я здесь, и все. В целом, это все, что можно сказать для того, чтобы как бы оп, и сменить вот этот переключатель вовнутрь. Если... Я понял теперь что-то. Ага, меня все, как все. Веселит, знаешь что? Что женщины дают мужчинам энергию. Энергию. Ну, у нас у всех энергию, а мужчина дает что-то осязаемое. Нет, ну, мужчина нет. тоже дает энергию. Ну, да. Очень круто умеет. Назовем ее бабки, эту энергию, да? Нет. Энергию. Энергию. Мужскую свою энергию. И к энергии что-то еще. Может, она не всегда энергию. Связана тоже с материальными какими-то вещами. Не знаю, я никому энергии, ребят, меня никто не просил никогда, честно говоря. Никто не говорил, хочу энергию от тебя, Ахшар. Ну даже вот ты влюблялся когда-нибудь? Я тоже хочу дарить что-нибудь, закаты, рассветы, все бесплатное, знаешь. Ахшар. Звезды, вот это, отличные подарки. Влюблялся я когда-нибудь? Ты влюблялся ли? Ты издеваешься надо мной? Нет. По-твоему, я не жил, что ли? Нет. Ну, я просто пример тебе хочу привести, что как раз-таки ты влюблялся, и вспомни, как ты смотрел, как ты вел себя с девушкой. Это же энергия. Это... Как ты не спал по ночам, помнишь? Ну, вот это и есть энергия. И она с тобой гуляла, вот съела, и вы без нее, когда ты думаешь. И она чувствовала, как ты в нее влюблен, как ты ее хочешь, как она желанна. Да. Это энергия. И ты если она не желанна, ей ну, не нужны твои деньги. Ну, я про себя говорю, не про всех. Хорошо, а если я буду давать только энергию? Когда меня бросят? Давайте так, нету общего правила. Нету общего правила. Есть то, правильно то, как вы договорились в ваших отношениях. Точка. Это не работает. Что-то можно договориться о чем угодно. О чем угодно. Ты не вот с теми договариваешься? Мы вчера разговаривали с Жориком на примере одной девушки, которой вначале не надо было ничего. Ничего. Так она пиздоболка, надо было, пиздоболка, а нет? И все. Просто будь рядом, Жора. Спустя время ей нужен сын от него. Конечно, да. Ну, это топик. Но там понадобилось Батя, еще что-то. Батя, я что буду рассказывать? Еще что-то. Все мое рассказывать, блядь. Я сегодня так нервничал, я понял, почему я нервничаю. А ты собирай вещи в монастырь. Ты меня забрать хочешь? Ну вот приведи пример. Приведи пример. Я тебя усыновлю сегодня. Подожди, да, между нами что-то происходит. Искра. Я себя некомфортно здесь чувствую. Я? Ты? Да. Я себя всегда комфортно чувствую. Мы можем либо поругаться, либо обняться. Давайте обниматься. Нет, давайте обниматься. Точно. А давайте реально вообще поругаться. Вообще какая эмоция будет у тебя, пожалуйста? Ирина, а тебе не кажется, что когда девочки говорят про вселенную, которую они там вот это все, да, и обратно возвращаются, это как раз-таки закрывают они свои непотребности, аж как ты говорила. Ну да, вот это вот слово, да, это ж так получается. Да, что ребят, Ирина? Как бы мы ни крутили, ни вертели, но я не говорю никогда все и никто, но большинство, 90%,
99% женщин, для них мужская энергия и безопасность — это деньги. Ага. Это опа! Деньги. Вот, Ирина, вот дрит корень. Это понимаешь? Деньги. Она и не прикидывается. Мы... А кто прикидывается? Ты. В смысле? А вы, ты я меня спросил, что для меня важно? Для меня деньги, финансовая составляющая тоже важна. Мы будем объявлять. Ты же мне задал вопрос. Это шуточка. Ладно. Простите, Ирина. Ладно, все нормально. Да. Извините. И насчет манипуляций, они у нас бывают, конечно, сознательные, бессознательные, и все мы манипулируем, угу. Как ни крути. Ну так, потому что мы иногда не можем сказать, допустим, открыто там. Я, допустим, не люблю очень, у меня такая есть интересная игра, я даже и с друзьями ее провожу, я могу сказать: похвали меня. Угу. Опа. А. И вот и ты там говоришь, там мне говоришь, говоришь, а я слушаю, я говорю: а еще. Прикольная игра. А еще. И потом ты же говоришь: да все, уже отстань. Ну и все, мы засмеялись, это и это. А некоторые говорят: ой, что-то какая-то вроде пополнела, и нас ждет там. Да нет, ты красивая, чудесная, охуительная. А просто сказать: ну похвали меня. Это круто, это эмоциональное, позитивное поглаживание. Вот это открытое. Я хочу, чтобы ты похвалил меня. Или там. Ну, мы боимся иногда что-то говорить, и поэтому мы как-то там через что-то. Но я даже говорю, бывает манипуляция отрицательная, а бывает положительная. Что значит положительная манипуляция? Когда ты хочешь, чтобы тебя что-то сделали, и ты говоришь: вот смотри, да. Сегодня ты у меня вот такой близко сидишь. Давайте, а я хочу, допустим, не знаю, пойти в театр. Какой театр? Посидим, отдохнем. И я тебе говорю, когда ты пойдешь в театр, что ты получишь? Я говорю: так. Мы при этом зайдем, ты попьешь пиво, потом еще что-то, потом... Нет, вечером я тебе сделаю. Ты понимаешь, как я хочу пойти в этот гребаный театр? Ты же хочешь вернуться с него, да. И ты понимаешь, какие плюсы получишь от этого театра. Вот, это называется положительная манипуляция. Нас в детстве так обманывали. Это договор, маленький договор на этот вечер. Ну, как бы я хочу, но я тоже должен понимать, не то, что там, вот, мы никуда уже не ходили с тобой 15 лет, Машка ходит, а ты какой-то вот, блин, вообще никакой. И зачем я вот это сижу вышла с тобой дома? За тебя. Зачем вот я вот всегда хочу быть красивой, да ты вот такой. И все, и поругались. А зачем, когда можно ту же информацию про театр подать по-другому? Ага. Как ты подашь это? То есть дело тогда. То, конечно, да. Конечно. Поэтому это все как бы женская сила, она бывает часто в какой-то хитрости, мудрости, еще это. Не то, что там, если я скажу так, значит, я какая-то, значит, не очень. В итоге все, что задумала женщина, выполняется мужчиной. В этом есть... Смысл огромный, большой, да. Да, это про манипуляцию. Но это метод. Ну, ты можешь его выбрать, а можешь делать сама. Да. Все, окей. Да. Я считаю, что, естественно... Про фразу, да? Про фразу, да. Вот как раз-таки про фразу. Но это не манипуляция, это мотивация для мужчины. Потому что мужик что? Ему классно жить одному, вообще, да? Вообще по кайфу. И тут пиздец, появилась как. Девушка, которая говорит: хочу ребенка, возьми дом, возьми кредит. Да он думает: да нах, мне это все надо, да. Но если женщина видит, что мужчина очарован, она в него тоже влюблена, он в нее влюблен, естественно, мужчина под ее мотивацией, да, он делает ей ребенка, берет на себя кредит, там, ипотеку, да, все. И это же неплохо, потом, подожди, секундочку, а потом он приходит куда-то в гости, и ему чья-то подруга говорит: слушай, да забей ты хуй на это просто. Да, я всегда так говорю. Вот, кстати, про театр. У меня нет никогда с мужем такого. Я говорю: Яш, я хочу бухать с подругами. А он говорит: а я хочу поехали со мной на свадьбу к друзьям. Я сказала: да, едь на свадьбу, я с подругами бухать. И это классные отношения, и поэтому мы 8 лет, не надо ебать мозги иногда по пустому поводу. Я говорю, люди иногда вперёд... Что ты сделала с армянином? Я ничего не сделала, он замечательный мужчина, кремень у меня, да, то есть как надо. Надо воспитывать, надо тренировать. Нет, он такой замечательный. Это я просто пошутила, кинула шутку, естественно. Вот я про что и хочу сказать. Нет, просто люди как раз-таки и пытаются кого-то воспитывать, кому-то что-то навязать. Отношения... Когда людям по кайфу, это не навязывание, да, это не воспитывание друг друга. Если у вас сегодня будет настроение совместно сидеть, вы и сидите совместно, да. А если у него одно желание, у тебя другое желание, а у сына третье желание. Знаете, как я поняла? Я говорю: я жила одна, было одно я.
Я думаю, офигенно, да. Завела второе я Яшу. Думаю, ни хрена себе, надо с этим я еще, да, как-то прогибаться, да, там сиси-пуси плясать. А тут появилась третья я, и мы с Яшей в ахере, да, такие, а мы думали, мы как бы с тобой тут не разобрались, а тут еще третья я. Поэтому я просто поняла, что у каждого должно быть свое пространство, да, но женщина задает обязательно все равно мотивацию мужчине. И женщина же шея не просто так. Если бы не было шеи у мужчины, как бы ты посмотрел направо-налево и встретил бы свою вот любовь? Вот. Никак бы, да? А мужчина не может сам себе мотивацию задать? Слушай, мужики по природе, мне кажется, они такие особые. Им много не надо. Ну ты про большинство. Много не надо, что встал, яйца почесал, посрал вечером вовремя, да, там в телефоне посидел. А какие мужчины тебя такие окружают именно? Меня вот, кстати, окружают замечательные мужчины. И как женщины говорят, нет хороших мужчин, со мной всегда знакомятся прекрасные мужчины, потому что мужчины идут на энергию, да. Ага. Просто у каждого понятие, опять же, свой мужчина, хороший, какой нехороший, у кого-то свое, да. Но в моем мире у меня все классно. Угу. Да, ну ты расскажешь про других просто. Да, мужчин. Ты рассказываешь про других, я которым вот ничего запутался, не надо. Честно. В смысле, которые... Ты сейчас говоришь, вот, все мужики, им ничего не надо, они не могут сами себя замотивировать, им яйца бы чесать на диване, правильно? Я объясняю. Я говорю, вот... тебя такие окружают, раз ты о них говоришь. Ты говоришь, нет, у меня вокруг охуенные мужики. Я говорю, так, откуда взялись вот эти вот лежаки на диване? Нет, я говорю, смотри, я просто ориентируюсь со своего опыта. Мой муж был разведен, когда я его встретила. И он мне говорит, у меня уже ребенок есть, все, мне жениться больше не надо. Я так послушала, я думаю, ну-ну, женишься ты на мне, думаю, да. Понимаете, мужчины, они такие, им, по сути, реально много не надо, да. Ну что там, да, кто-то хочет там красивую машину. Нет, ну я не говорю про это. Вот видите, вы говорите совсем о земных каких-то, ну, поверхностных вещах. Я о других. То есть, когда у вас есть дети, когда у женщины тоже есть ответственность, извините, за мужчину, за финансы все равно, потому что ты не можешь рассчитывать только на мужчину. Ты не знаешь, как завтра сложится твоя жизнь, да? Это мы понятно. Не знаем, что будет, когда мы сейчас выйдем из этой двери там, да? И поэтому то, что говорит мужчина, ну просто... И так же и самое. Я жила одна, мне нужно было мало. Но когда у меня появилась гора ответственности, я теперь знаю, что мне надо заработать сыну на учебу, на квартиру, да? А так бы я жила, мне нахрен не надо было ни этот сын, ни муж там. Но с появлением, когда у вас появляется семья, это уже совсем другое. У вас и с семьей появляются потребности больше. Это понятно. Больше. Но я о том, что давай вот не говорить про всех, нет, а я что есть просто такие мужчины. Есть такие мужчины. Просто несколько, я образно, да? сказала, лежать процент. На диване. Какой да, процент? Что они могут реально лежать на диване, и когда приходит женщина, она может их замотивировать. Иногда бывает вот так. Это реально так случается. Но это не значит, что у всех так. Нет, слушай, любого мужчину, как нет жадных мужчин. Есть просто, что ты, не я, не та женщина, на которую он готов тратиться. Так же может быть, mm-hmm. что не ты можешь его смотивировать, но Таня, соседка снизу, она его смотивирует. Любого мужика, мы люди, мы все одинаковые. Mm-hmm. Наши а мы все разные, я считаю. Нет, но очень у нас есть разные. Мозг, душа и сердце. Мы разные, разные инструменты подхода к людям, но мы состоим из одного и того же. Плоть и кровь, вода. Да, простите. Да. Спасибо, Елена. Господи, всегда. Спасибо. Вот я тогда хочу, с твоего позволения, Жорик, выразить. Да, да, я, да. Да, то, что я услышал. А что про фразы? И тогда это будет час фразы. Тогда это вот и вопрос туда же, Полина, в твою сторону. То, что я услышал от Елены, такое ощущение, что для мужчины, вот есть мужчина, есть женщина, для мужчины вступление в брак — это осознанный вход в дискомфорт. Осознанный вход в дискомфорт ради любимой женщины. А для женщины это осознанный вход в комфорт нет, ради любимого мужчины. Так не должно быть. Нет, ну, разве нет? Это ко мне вопрос? Да. А, да, тогда отвечу. На самом деле, если мы говорим про осознанных людей, то вход в отношения — это для обоих, по большому счету, некомфортно. Некомфортно. Это выход из зоны комфорта личной. Потому что за себя всегда проще. Не, почему? Если я вхожу в отношения, где есть человек, который будет решать мои вопросики, мне комфортно. Серьезно? Да. Ты так думаешь? А теперь я представь, уверен. Что это как ты садишься в машину, которой ты не управляешь. И она едет туда, куда а она Шумахер считает нужным. За рулем. А там Шумахер, который решил, что ему нужно вот туда, не туда, куда тебе нужно. И тебе нужно как-то на него влиять, чтобы он пытался ехать. Не, ну когда и женщина так далее. Выходит, это комфортно? Она же примерно понимает, за кого она выходит. Нет. Нет? А как?
Удача? Ты можешь жить с человеком 15-20 лет, и в один момент он раскроется так, что ты офигеешь. Мы не можем. Да. Я от себя не знаю, что ожидать каждый день. Как я могу за другого человека Вот на самом деле вопрос, насколько это комфортно. То есть это переложить дискомфорт для обоих. А отношения, по большому счету, это всегда необходимость знакомиться с другим человеком, учитывать его интересы, слушать, находить какие-то решения из этого всего. Это самый быстрый способ роста. Развитие и расширение личности через отношения. Но это при этом это расширение. Человек правильный. Жора, вот ты что был, такое правильный? Женат тут из нас, из всех единственный. Да? Без мужчин. Да. Вход в отношения. Как сказала, сделал тебя лучше. Так взрастил, можно сказать. Взрастил? Ну это как опыт, наверное, ты имеешь в виду. Да? Ну, конечно, это мы можем уволиться, можно я закончу? Да, мы можем уволиться, мы можем разорвать партнерство по бизнесу, мы можем уйти из того места, где нам не нравится. Но если мы вошли в близкие отношения, тем более у нас появился ребенок, то сделать это гораздо сложнее. И многие люди реально скатываются в терпение, что мне просто приходится терпеть. И это деградация. А есть люди, которые выбирают расти через это, расширяться, познавать другого человека, менять свое мировоззрение, раскрывать, что, господи, да я в своих собственных глюках живу, как и все живут в глюках. Просто мы становимся, ну, возможно, для нас становится знакомство с этим. Это я. Да. Что ты? Не, это я. Это вот ты? Ты знакомишься. Тип, это да. А что, расскажи, что у тебя? Ну, я вот понял, что, скорее всего, весь мир, который меня окружал, это моя проекция. Я такой, типа, ну, это я сам же в этой ролевой модели нахожусь. Я так безумно любил свою жену, что я такой, типа, я готов меняться. Сколько времени прошло от момента, как ты готов был меняться, до момента, что я хочу уйти от этой женщины? 8 лет. 8 лет? Да. Я думал, быстрее. Сколько вы были в браке? 8 лет. Все 8 лет. Ага, то есть ты вначале был готов меняться? Нет, я всегда был готов меняться. Если вот могу как-то сказать о эмоциональной зрелости, то, скорее всего, в один момент не хватало, чтобы мой партнер тоже эмоционально рос через там терапию, да как угодно абсолютно. Потому что бывают моменты, я ж опять сегодня пришел и такой, я капризный, мне хуево, я устал. Моя физическая усталость сразу накладывается на психологическое мое состояние. Когда я в этом там неделю-две, я начинаю, пару дней, я начинаю типа копать, откуда это оттуда, потому что вот так у меня все, и такое, и живу. Но, допустим, мы пришли, о чем говорит Лена, я пришел взбудораженный с планерки, на которой меня мой шеф назвал хуеплетом. Я ему ничего не могу сказать, я же это домой принесу. Такой, так, кто здесь хуеплет? Сейчас мы поймем. А, моя любимая женщина, она меня любит. Сейчас я ей пиздец в доме устрою. Я начинаю такой, что там у нас покушать? 50 грамм налей. Опа, вот точно, сейчас я разъебу. Начинаю на нее это перекладывать. И когда нет людей, которые сядут, о чем ты говоришь, вот этим ртом поговорят, ну не просто так, ты меня хуеплетом назвала, а ты меня, бля, пидорасом, иди нахуй. Ушел, двери разбили, там зашли по комнатам своим, и даже страстного секса после этого нет. То это только в фильмах, мне кажется, это вот секс после ссоры, это все. Да, бля, после моих ссор, ну я вам скажу, хотелось плакать. Тут типа такой, ты думаешь, бля, я бы ни одному человеку это не простил, что мне сказать. Только что. И благодаря этому, ну, я много искал, вот очень долго мы были вот в этом, это ты, мы оба травмированные дети, которые потом вот вошли в брак, пошла какая-то история с Ансарой, и мы вот там уже включились. И я для себя понял, я пойду к психологу. Все, что я мог сделать на тот момент, потому что я опять рассказываю эту историю миллионный раз, я жил во Владикавказе, там как бы очень простые советы, там поебальнику дать, ну типа ты такой, друзьям, что-то с женой дома, да въеби ей. Ну типа ты такой, ой, как Аллах, да? Да, ну типа все успокоится, да, такое, типа кто мужик в доме показал. Потом такой, ну нет, я же там пойду к батюшке, с батюшкой поговорю. Он такой, ну, надо ей пиздануть, да. Ну, каким-то там. Это ужасно. Каким-нибудь там таким словом, церковным, да, типа, блядь. Кадилом, да. Ну, и ты такой, так. И что-то происходит. И меня окружают, блядь, ну, супер брутальные люди, которые там, ну, плачут вовнутрь или не знаю. Я закрылся в себе.
И потом у меня начало это вылазить. Ну, вот просто неосознанно. Ты такой летишь куда-то, и там Мияги как завоет, блядь, в наушники. И ты такой плакать начинаешь и думаешь, блядь, что со мной? И мне 35 лет, я здоровый мужик, плачу. Просто какие-нибудь там по детям заскучал, фотографию дочери увидел, сына. Я начал работать с психологом, быстро расскажу. Мне это помогло понять, что это про меня. Это я виноват в том, что я, допустим, это. Поменял психолога, и вот сейчас вообще там третий или четвертый терапевт, с которым я отлично работаю, понимаю все, откуда фонит, но ничего с этим никогда не сделаю, я с этим смирился. Нет такого, ну все, 6 лет я прошел терапию, бля, я себя все знаю наизусть. Победил дракона. Да, не победишь, я интегрирую это как-то в себе. К чему я пришел, благодаря разводу. Просто к тому, что на себя обратил внимание, и это вот уже какой год трансформируюсь такой. Отошел от одной ролевой модели жертвы, как мне кажется, проваливаясь в тирана теперь иногда. Отошел от модели обслуживающего персонала. Вот что-то стараюсь сделать. Блин, помогите, блядь, подпишитесь. Короче, по-честному, нихуя не хочется делать. Вот чтобы, как она говорила, да, научиться хуй на все забивать. И вот поэтому ваши подписочки, ваши колокольчики, донатики. Сберовскую карточку мы прикрепим тоже. Просто отправляйте мне, чтобы я охуительно жил, и вы за меня радовались. Я вам все показывать буду. Короче, мы поговорили о том, что вступление в брак — это дискомфорт, но брак может дать тебе супер дискомфорт, короче, да? Если два человека вообще вступают, вот незнакомые с собой, не умеют общаться и так далее, то действительно мы видим массу примеров, когда семья становится супер дискомфортом. Uh-huh. Если люди, то, о чем говорит Георгий, да, они взрослые, эмоциональные, интеллект у них проработан, они с ним в контакте, то это становится суперресурсом. Например, было самое длинное исследование исследование счастья, которое длилось 75 лет. Знаете, да, про него? Я читал про это, да. В Гарварде, да? То есть единственное, что на самом деле влияет на счастье, это умение создавать по-настоящему близкие отношения, их наличие. С людьми, с друзьями. Ни деньги, ни успех, ничего. Только близкие отношения влияют на уровень счастья. 75 лет наблюдали за людьми из разных групп социальных. Поэтому, с одной стороны, почему мы туда стремимся? Потому что это величайший кайф, и мы испытываем там высокие, возвышенные эмоции, чувства и так далее. И мы чувствуем усиление. И действительно, да, если люди совпали, если они умеют... Спасибо, что ты меня поддерживаешь. Да, потому что я очень счастлива в отношениях, и для меня партнер — это источник счастья, любви и вдохновения. Ну, я, например, тоже вчера себя поймала на мысли, что, наверное, чтобы так хорошо было, это нелегально. Вот у меня прям было такое, что типа... И друзья, кстати, в том числе. Да посты в Инстаграме пошли сейчас. Нет, это жизнь. Это жизнь. Это люди, которые умеют сублимировать вдохновение внутри и окружать себя такими же. А как долго вы вместе? Да, вопрос, как долго вы вместе? А, сейчас у меня начались только. Вот. Поздравляю. Вот я хочу один вопрос задать сейчас. Да, давай. Вот, Ирина, скажи мне, пожалуйста, ты сейчас в отношениях каких-то, в браке или что? Я была в браке 23 года. А что, а почему закончилось? Кайфует теперь. У меня дети выросли, они разъехались, мы стали жить вдвоем, и я поняла, что мы совершенно разные люди, я жила ради детей. А когда ты поняла, что ты живешь ради детей? На не было смысла, когда я жила, что я живу ради... Когда ты поняла, что ты живешь в этом браке ради детей? Сейчас они разъедутся, и он закончится. Очень быстро поняла, очень быстро поняла. А. Но у меня была всегда мечта, мне родители развелись, и я думала, я буду терпеть все, чтобы вот только вот у меня... Я попал. Что у меня будет один муж, я вот все вот стерплю, вот все, я могу. Потом подумала, блин, да кому я должна, если мне, ну, если стрёмно. А что повлияло? Какое-то было, какое-то событие произошло или что? А, ну, он был человек такой очень непростой, сложный по характеру. И по всему. И я решила дать себе шанс как-то пожить нормально. Ну и вот, и решили развестись, и я уехала в другой город. Я в Москве только 5 лет. И я, когда приехала в Москву, я подумала, что я больше никогда. Никогда, ни за что.
А потом... Ну, вы со скандалом расстались, типа? Ну, жизнь? Не очень хорошо, да. Ага. А потом я стала жить, поживать, и потом решила... И решила, что я, в принципе, парный человек, я парное животное, я парная тварь, и мне хорошо, когда со мной рядом партнеры, мне это нравится. Я вообще считаю, что мы рождены для любви, для счастья, для удовольствия на эту землю. Все люди, да? Да. Мы по природе так заложено изначально уже, прошу заметить. Вот. Женщина несла свою миссию. Так женщины или все вместе? Все мы вместе. Мужчина не должен быть счастливый? Нет, мужчина тоже должен. Да, да. Он должен умереть? Но женщина и оставить наследство лучше, чтобы мы кайфовали дальше. Вот, и потом я сейчас, ну, я общаюсь, я открыта к общению, я знакомлюсь, я воспринимаю мужчин, ну, просто как вот, как людей, как хорошо мне с тобой, нехорошо. И вот я сейчас в таком вот, не то что, ну, просто живу, а дальше будет, как будет. Супер. Так что, ну, я хотела бы выйти замуж. Я хотела бы выйти замуж. Я хочу семью. Кайфовое вообще положение. Спасибо. Наслаждайтесь. А я важно? Не скрываю. Я даже, допустим, сейчас я говорю, допустим, если знакомлюсь с мужчиной, я говорю, я сразу хочу же замуж. Мороз, я не боюсь его. Да, да, понимаете, да, я не правильно. Стесняюсь. Это вот я. Я хочу так. И я не стесняюсь. Так, я такая, какая есть сейчас. А не то, что раньше. Ну, просто вот что-то... Просто... Да не, не надо вот, вот... А как мужчины реагируют? Просто замуж. Вот говоришь, я хочу замуж. Я такой... вот, можно я добавлю? Конечно. Я тоже всегда вот мне пишут директе элементарно, я их разъебываю, этих пацанов. А они мне пишут, я говорю, а что ты хочешь, пойти со мной гулять? Ну, вот сейчас я была год одна, и они такие, ну, просто что-то погулять. Ну, я говорю, слушай, мне нужен парень, будущий муж. Ты он? Ты ищешь серьезные отношения. Ага. Он начинает сыпаться в основном. Я говорю, ну, ты меня не тянешь. Пока. Ага. Если он скажет, да, я ебать. Да, если... И был один, который говорит, да, мне нужны серьезные отношения. Есть такие. Я знаю парня, он знакомый. Мне кажется, у него мечта быть мужем. Он вот рос всю жизнь с мыслью, что он хочет быть чьим-то мужем. Он стал, и он ебать довольный. Выпьем за тех, кто погиб в том дире. Кто погиб в том директе. Царство вам небесное, ребята. И вот один, самый зрелый, сейчас мы вместе. Сейчас вы вместе. Да. Он такой, я готов. Я не знаю, куда это приведет, это же так интересно. Это точно, как будет непонятно. Но да. Но самое главное, не бояться, не стесняться себя своей, что же ты хочешь. Это очень важное слово. А мы хотим вот построиться. А вот а вдруг ему не понравится, а вдруг его потеряют. Да быть плевать, честным. Главное себя не потерять. Да, о, быть вот. Честным, искренним. Вот, я про это хочу. У вас отношения все было честно всегда? С мужем? Да. Нет, я все подстраивалась, ломалась. И всегда я, что бы ни делала, всегда он находил какие-то ко мне претензии. Вот. Вот. Важно поговорим себя, про попиздеть. Нет, я сейчас еще один вопрос задам. Вот я хочу спросить Сабрину. Сабрина, для тебя важно, что, честно, чтобы было, чтобы была полная искренность? Это просто номер один вообще. Номер один. Да. Ага. Главное, чтобы с самой собой я была честна. Не, вот, не, я имею в виду, чтобы... твой мужчина был с тобой честен максимально. Конечно. Искренен всегда. Я честно. Вообще считаю, что... Супер честность ты хочешь. Любая коммуникация. Супер. Ты хочешь правды всегда. Ну, есть разница между правдой... Обидной правдой и необидной, нет, да? Есть разница между, допустим, дисреспект, ну, когда я просто не уважаю, и я начинаю... Просто правду. Тебе говорят просто... всегда правду. Ты хочешь всегда правду слышать? Да, конечно. А ты выдержишь всегда правду слышать? Я учусь. Да, да. Я такая сидишь в настроении. Учишься. Вот мне 22 года, и все, что я сейчас сижу, слушаю, я реально учусь. Мне кажется, у меня жизнь — это перманентный тренинг. Любой контакт с любым человеком для меня — это тренинг. И каждый раз я смотрю в себя и думаю, а я сейчас честна с человеком или нет? Я реально учусь говорить правду. В первую очередь себе. Потому что вот про что сейчас говорили, что мы учимся подстраиваться, да, очень часто. Потому что как бы в СНГ такая очень частая история. В СНГ, давно не слышал слово СНГ. Я тоже очень всем, долго училась подстраиваться. Респект, колокольчики. Респект, это классное слово. Ты про патриарх, да, говоришь? Я? Да. Ну что, женщины подстраиваются, ты об этом, нет? Я про себя говорю, что я очень долго училась быть, ну, точнее, была хорошей девочкой, подстраивалась, я прям всегда пыталась, а как сделать так, чтобы ему понравиться, а как сделать быть любящей, вот это вот все. И только когда я начала быть честной с собой, что, блядь, мне вот так не нравится, вот так я не хочу, вот такое отношение ко мне меня не устраивает. Я все время смотрю, и мне иногда страшно становится от того, что...
оказывается, нет, сколько людей я вокруг себя держала, угу. просто закрывая вот эту вот дырочку, про которую вы говорили, лишь бы и притворялась. Я с Ириной сейчас переглянулась. Про какие дырочки вы говорили, что я пропустила. Я тоже упустила. Спасибо. Спасибо за признание. Слушай, вот я почему спросил. Я почему спросил. Вот у нас до этого у нас была тоже про запись, и за столом, я не помню, сколько было по кому лет, но вот это была девушка очень молодая, ей было лет 19, вот, и была девушка постарше, ей было там около 40, вот, и они очень интересно ответили на один и тот же вопрос. Девочка, которая была 19, она говорит: мне нужна честность, искренность, только честность, максимальная честность, я хочу, чтобы со мной честно, 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 честно. Женщина, которая около 40, рассказывает: как-то раз мне сказали, что мой, я не помню, или парень, или муж, кто-то типа мне с кем-то изменил. Я, говорит, ему звоню, говорю: вот так и так, мне вот так сказали. И думаю: просто скажи нет, и отъебись от меня. Просто скажи нет, и продолжим дальше. Да. Ну, потому что она готова это хавать. И он говорит: мне надо тебе признаться. Я думаю: еб твою мать, вот мне это все... Мне кажется, это не к возрасту. Зачем? Это привязано тоже, мне кажется, как к возрасту. Не, вот вы про эту ситуацию что думаете? Она, мне кажется, очень показательная. Да. Да. Мы, как говорится, полжизни ищем правду, потом следующую полжизни пытаемся это забыть. Поэтому я за то, чтобы... Я никуда не лезу, никакие телефоны, ничего не послушаю. Мне это правда совершенно. У меня есть свои дела, которыми я занимаюсь. Меня устраивает рядом с ним. Значит, устраивает. Да. А что-то искать, копать, выяснять. Так, вопрос вот. Был в другом, что, типа, я не хочу знать правду. Да. Вот совсем не А, так. да? Не хочешь? Нет, нет, нет. Вот... Была определенная ситуация. Хочет, она хочет все про... А, нет. Я, нет, я тоже не роюсь в телефоне, я не копаюсь специально по человеку. Дело не в рыться в телефоне, дело в том, чтобы знать всю правду. Что-то у него случилось, говорит: вот, я скажу тебе правду. Нет, будь честно, но я не правду, лучше пусть разное, придет и скажет. Ну, пусть придет и скажет, что потом типа, получаешь, тебе придется сделать выбор. И тогда у меня есть выбор, да. Я могу коммуникации вот ртом через язык, да, через слова, договориться с человеком, на что я согласна и на что не согласна. Я могу с этим жить дальше, я не могу. Хорошо, если он тебя изменит, ты готова с изменой жить? Я не знаю. А вы можете на берегу об этом поговорить? Яш, я готова. У меня главное, деньги не тратить, только на все. Вот. Ну вот интересно, а ты что скажешь, да? Про правду. Я считаю, что иногда правда может кого-то убить. То поэтому есть она разная. Надо, есть. Конечно, она разная. Надо быть хитрыми, тоже мудрыми, гибкими. Можно поэтому не всегда говорить надо правду, это да. Ну и про там вот как многие тоже говорят: Лена, для вас там измена считается предательством. Для меня предательство немножко в другом, да, потому что жизнь долгая, мы себя до конца не знаем, есть природные инстинкты. Я могу тоже прийти, захотеть какого-то мужчину и с ним переспать, или Яша может переспать с женщиной, да, это природа, не обманешь, я не буду, я никогда тоже не говорю, я буду всегда верна, да я не знаю, как еще пока не было. Так, ну вот, и смотри, некогда еще пока, блин, да, но я стремлюсь, вчера поругалась с Яшей, говорю, я тебе буду изменять, все, у нас открытые отношения, да, я там на что-то обиделась. И он сразу вечером, вот как манипуляция работает. Ага. И он сразу вечером, да, со мной, ой, ужинает. Да. Ой, ой, да. Ага. Так вот о чем я говорила? Про... Про измену. Правду. Что нет, про то, что для меня вот измена это не считается показателем. Да? Все мы люди, все мы трахаться хотим, как сказал однажды футболист. Измена для меня в другом. Это кинуть человека в сложную минуту, да, не поддержать там психологически. Для меня вот это больше измена. Но да? Это же из опыта складывается. Вот я говорю, она так не считает. Конечно. Для нее это супер предательство. Каждая из нас из опыта, естественно. Я сказала, вы не слушаете. Нет, ну подожди, для тебя же измена — это предательство. Я сказала, что я не знаю, как я отреагирую на это, потому что в моей жизни никогда такого не было. И я не знаю, как я поступлю в следующий момент. Ага. Я буду новой личностью совершенно. Я не знаю. Таня, для тебя предательство — это измена? Ну, измена — это предательство? Ну да, да. Да? Угу. Не простишь? Ну, я, наверное, отношусь к этому как... То есть я уважаю свой выбор. И я бы хотела, чтобы мой партнер тоже уважал свой, да, выбор. И если он приходит ко мне и говорит о том, что вот так вот как-то произошло, сам не понял, как-то так наступил и полетело. В ту дверь вошел, да? Да, типа. У нас были такие истории здесь, что не в ту дверь зашел, подскользнулся, очнулся. Лет 13, не в ту дверь заходил. У тебя такого не было никогда? Нет, у меня была измена в, ну, таких, скажем, первых моих серьезных отношениях. Кто изменил? Парень не изменил, и
я узнала об этом через там подружку подружек, все такое, ему ничего об этом не говорила. Ага. Он был в этот момент в другом городе, он возвращается, а меня нет, а я просто уезжаю в Израиль. Ага. Ничего об этом тоже не говорю. Ну, то есть для меня все как бы... Все закончилось. Да, я не вижу смысла дальше продолжать эти отношения. Ага. И да, предательство заключается не только в изменах там физических. Я согласна тоже с Леной, что это касается всех, ну, то есть... Когда там человек забивает на тебя, они ему не важны, твои проблемы. То есть, когда ты чувствуешь себя там как-то тревожно, тебе хочется некой поддержки. Да, он такой, бля, извини, я сегодня как-то вообще не в духе с тобой сильно разговаривать. И я пошел спать. Ну, это не предательство. Уснул, сука. Предатель. Уставший с работы пришел и уснул. Просыпайся. Лучше бы другую выебал бы. Полина, это предательство, измена? Если есть договоренность не изменять. А есть договоренность изменять, разве? Бывают разные отношения у людей. Мне интересно, а кто контролирует эти договоренности? Так, я сегодня не изменял, да? Или когда говорят, что я хочу, чтобы мне не изменяли. Но она изменила, и вот никто не подумал, да? А что сейчас? Нет, но я же тоже делаю этот выбор. Получается, я как бы жду от партнера того же, что делаю сама по отношению к нему. И, наверное, поэтому я думаю, что я имею право на то, чтобы, ну как бы, чтобы мы выстроили вот эту договоренность. Смотрите, делаем выбор мы тогда, когда мы сталкиваемся с этой ситуацией. Сейчас пустой разговор, ну, да? Да, все. Расходимся. Можно я кое-что скажу? Я знаю пару, у которых договоренность, что у них свободные отношения. Это прям лично мои знакомые. И это честно. И я сначала такая думаю, блядь, это что такое вообще? А потом смотрю, он ее постарше, она помоложе, симпатичная девчонка. Он с какими-то там страхолюдинами, и то ему уже никто не дает. А у нее такие классные парни, жеребцы, что думаешь, еще непонятно, кто больше выиграл. Вот в этой лотерее она как бы выиграла. Да. Она может ездить отдыхать. Ну, как бы, я думаю, что он уже пожалел, наверное, 15 раз, что он вообще согласился на такую договоренность, но уже но это все же не могут. Поздно. Что? Муж, любовники, деньги, жизнь, да? А в таком разве может, ну, что-то серьезное происходить? Это, да. Ну, у это них же... надо спросить. Они так выбрали, просто такой период. Может? Да, он, видимо, хотел перехитрить всех, но в итоге оказался в дураках уже. Не, это странно. Как? Ну, смотри, просто для тебя я вообще сегодня столько нового узнал, если честно. Я слушаю такое. Я бы в одной какой-нибудь мире пожил. Не, если ты относишься к женщине серьезно, как ты можешь представить вообще, допустить мысль, что она где-то так, с кем-то ходит? Мне так нравится, это... что мы используем фразу «серьезно», «серьезные отношения». Это, знаете, вот эта шутка, да, что у них были настолько серьезные отношения, что они ни разу не посмеялись. Это точно. Я вот в этом всем разговоре для себя все равно нитью вытаскиваю наш с тобой разговор об ответственности. Чтобы женщина жила в таком мире, мне кажется, мужчина очень много должен для нее делать. Нет, что значит, ты не можешь... Вот ты говоришь, у тебя сегодня нет настроения нести ответственность, допустим, за ребенка погулять. Тогда и нужна жена, чтобы она взяла эту ответственность и пошла поиграть. Или я говорю, дорогой, я заболела, в этом месяце не буду работать, денег не заработаю. То в этот момент ты берешь 100% ответственность. Что значит ответственность только на одного человека? Это всеобщая ответственность, понимаешь? Ну, я такого не видел. Георгий, еще. Хочешь, я тебе расскажу? Я еще такого не видел. Потому что такой ты, значит, схемы. Жил с такими женщинами, которые не хотели брать за себя ответственность. Женщина, бля, когда взрослая, бы я хотел про самодостаточная, тебя не только узнать, в деньгах, я бы хотел а внутренне, с твоим супругом именно увидеть. И поговорить. Ой, вообще поговорить. Я надо бы тебя было его вскрыл, сразу брать. И вот это все, что ты причесываешь, ты переодеваешься нет. на лету. Запомни, просто. Вот те мои подписчики знают, они меня знают. Я такая, какая подписчики. Есть. Я не буду говорить то, что хотят слышать люди, или моя то, что дорогая, хочешь слышать ты. Тоже ты. Туда я говорю то, что... глянец. Ты видел мой контент? Там да. далеко не глянец. Ты тоже здрасте, туда выкладываешь, да, я думаю, глянец. Не, ой, ты нет, очень все. Много не я выкладываешь. Я тебе скажу, ознакомься с моим контентом, чтобы обо мне говорить. Я тебе не говорю, знаешь почему? Потому что я не знаю, кто ты, что ты, чем ты живешь. И ты не можешь сейчас говорить обо мне, не зная меня. Ты говоришь только, отталкиваешься от тех слов, ну, которые думаю, ты слышишь. Что... И при чем тут мой сейчас муж, когда ты разговариваешь со мной? А при чем ты уже муж? Хоть так, я настолько тебе интересна, что теперь ты хочешь поговорить с моим мужем, получается, да?
Да. Вот. Ну так так и скажи, нахрена вот эту муть просто нести? Какую? Которую тут, там и это, выведу тебя на чистую воду. Просто ты подумал, нихрена себе интересная девчонка с мышлением. А что же у нее за муж там такой? Значит, вот он тоже какой-то, Лен, интересный. Честно, не кривя душой, вообще не так не подумал. Не, ну я шучу, я Не подумал не про то, что ты неинтересна. Ты чисто внешне интересна, очень красиво. Но то, что ты несешь, мне вообще не близко. А мне тоже ты не близок. Я не думаю, что кому-то из нас, ты, ну там, мы, может, вообще даже то, что мы друг другу несем, нам не близко, понимаешь? Нам и не должно быть близко, нам и не обязано быть близко, понимаешь? Ой, вы контакт, чистые статусы, клянусь тебе. Ой, какой контакт, чистый статус? Это ты живешь контактом, статусами и поиски все время себя. А, ты меня знаешь, да? Ты ознакомилась с моей страничкой? Нет, я сейчас делала выводы. Вот за час-два, сколько я тебя знаю. А, ты умеешь делать выводы за час-два, а я не умею делать выводы за час-два. Ну, ты делаешь тоже выводы свои. Раунд. Да. Ты сама слышишь себя со стороны, я как ты переобуваешься. Нет, подожди, на любую фразу? Я не переобуваюсь. Ну, ты спрашиваешь, тебя просто бесит, что на каждое твое слово я нахожу ответ. На каждое слово у меня есть ответ. А тебе самой не странно, что у тебя на все есть ответ? Мне не странно, нет, у меня есть большой жизненный опыт. Ну, когда ты будешь смотреть это со стороны, а думаю, ты, ну, задашь себе вопрос. Типа, я реально на все ты разбираюсь? Я каждый день задаю себе вопросы и себя изучаю. Знаешь, я себя курсы тебе надо открыть, точно. Не надо точно. Мне курсы. То, что люди могут знать, они могут почитать в книжках, да, или посмотреть кого-то другого. Мне не обязательно открывать курсы и на этом зарабатывать. Слава богу, что у меня мозгов хватает зарабатывать на другом, допустим, да, чем-нибудь. Вот и все. А что надо чем посмотреть? Чем плохие курсы, извините. Нет, я не говорю. А вот видите, кто как слышит. Может быть, моя вина в том, что я иногда неправильно доношу мысль так, как слышу я свою мысль. Да ты резкая. Только просто, в этом. Резкая, вот в этом дело. Ну так, а люди не готовы к резкости, не понимаешь? Готовы. Ну люди закрылись так за масками, они все такие нежные, все такие, все, им так плохо, у них депрессия, они что-то ищут. Вы не ищите, вы работаете, читаете книги, развиваетесь. Опа, да? И тогда у вас все будет зашибись, вы не будете прятаться за каким-то, за детством, за папу, за маму и разбираться в психологии. У тебя нет реально никаких курсов? Нету. Нету? А что ты? Надо было. Ты блогер, что сказала ты? Я блогер, сколько но... Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? А ты случайно не у тебя 149 тысяч подписчиков? Да, нормально. Но они быстро, мало. А что ты делаешь там? Подожди. У меня просто семейный блог, я говорю о правде, да. Вот какой есть, вот здесь он не знает, смотрите мой блог. Можно вопрос, а ты домохозяйка или ты зарабатываешь? Я зарабатываю деньги, да. А на чем? Какая профессия? У меня есть блог и у меня есть свой бизнес, вот и все. А какой? Бизнес какой, если не секрет? Мы занимаемся иранской косметикой и сертифицируем товар весь в России. И мы работаем совместно с мужем. Есть вот такое, и есть иранская косметика? Да. Покупайте нашу иранскую косметику. Она пахнет иранцами. Если вы не знаете, как пахнет иранец, купите иранскую косметику. Я думаю, это лучшая промо. Не промо, а реклама. Реклама, да, покупайте. Вот эти стрелки, чтобы делать. Слушайте мой альбом «Паприка», например. «Паприка»? Да. Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Нет, это уже мой. Это мой сольный. Она пела в группе «Серебро», кстати. Это «Серебро»? А, да, я с ними на корпоративе в Казани. Может, мы пересекались уже. Эта группа существует? Кто знает. Уже давно, да, распалась. Распалась? А там была, как ее звали? Вот это вот, черненькая. Серябкина. Серябкина ушла, и все развалилось. Привет ей, кстати. Если что, приходи к нам. Все рассосалось. Вот Маша тебе привет и передает, и приходи к нам на подкаст. Видишь, здесь как интересненько. Да, она должна была прийти, но не пришла. Она не должна была, никто никому ничего не должен. Это было про ответственность. Про ответственность. Да. Опять она. Да, его это не покидает. Это знаешь почему? Он боится себе признаться, что в какой-то момент жена не хотела брать ответственность из-за него, когда он уставал морально. Ничего подобного. Он знаешь, почему говорит? Как она все знает? Меня вот это чуть-чуть триггерит, что ты просто во всех разбираешься и очень резко это доносишь. Знаешь, что мне больше всего нравится? Никто никому ничего не должен, но жена должна была брать ответственность на себя. Но никто никому ничего не должен. Но ты не можешь признать, что она должна была.
мотивированы взять кредит, ипотеку. Никто не Она должна была брать ответственность за тебя, когда ты услышал. Слышим, давай, давай, поехали. Нет, просто смотрите, вы много придаете тем словам, которые не важны. Вы, почему я говорю, начните жить жизнь, да, а не копаться в себе. А можно говорить только о важном? Потому что тоже копается, говорит, вот ответственность. Ответственность, она всегда есть. Ты встал, ты родился, ты уже сам за себя ответственен. Если ты не захлебнулся своей слюне, блядь, младенец, да, ты как бы ты сам ответственный, да, умеешь ты ее вытолкнуть изо рта или нет, ну, образно, да. Ответственность, она и так есть, ты когда рождаешься, ты уже ответственен сам за себя. Но то, что вы говорите, что на кого-то, нету такого, чтобы на кого-то именно перекладывать. Я даже думаю, сейчас что Жорик, все... Жорик, имею в виду, что ты не хочешь понимать всей тяжести мужской жизни. А вот мне нахрена понимать Жорика, когда у меня своя тяжесть жизни, нет, да? Жорик и мне это еще абстрактный копаться... мужчина. Вот у тебя мужчина есть. Да. Яша. Он, бля, да. Он Яша. В шоколаде, да. Брательник. Да. Яша, офигенно, просто... Да. Да. Яша классно живет, походу. Да. Да, Елена, ты, конечно, ураган, если честно. Ну, да я бы тебя задавила бы в браке. Ты бы у меня пошел бы просто закопал сразу. Сказал, закопай меня здесь, пожалуйста. А у тебя, походу, по задача какая-то подавить. Да, кого-то. Да. Да, ты такая... вот так вот у меня нет такой задачи. Просто, да, просто все происходит в мире это... Нет, это не... Слушайте, вот вы так, другие люди, вы чувствительны. В моем у мире люди немного стиль. Тверже, да? Они нормально разговаривают, развивают речь, там, да? Умеют формулировать правильно фразу, да, что хотят донести. У вас другой мир, вот это мне. Пиздец, а, привет, сегодня мы... Просто вот такие камни нет. Несет ко мне в огород закидывает. Нет, ну потому что... Очень много как будто пассивной агрессии. Нет, агрессии нет. Просто она не пассивная, она очень агрессия. Нет, смотря кто с кем общается. Я очень лояльна. Елена, если ты хочешь меня, ты можешь просто это сказать. Ты не в моем вкусе, к сожалению. Вот он мне больше симпатичен, чем ты. Вот у него мозги работают очень хорошо. Он интеллектуально очень развит, кстати. Это заметно по нем. А ты что подыгрываешь-то, кот? А? Можно я скажу, да? Вообще, давай. Вообще про полный ответ, пиздец. Вот сейчас началась передача. Да, сейчас. Вот это самое Сабрина хорошее, что она у нас. Допустила все, да? Драка нет. Была. Моя шанса, ты пришла вовремя. Мы все тут говорим про ответственность. И что я вижу про ответственность? Последнее время я посвящала время только познаванию себя. И я понимаю, что я не могу вступить в какие-то здоровые, там, прекрасные, кайфовые отношения, если я про себя ничего не знаю. И что я поняла, что очень многие люди не умеют воспринимать происходящее таким, какое оно есть. Вот, типа, мы все абсолютно разные. У кого-то такой характер, у кого-то вот сякой характер, да? И здесь нет правых, нет виноватых, нет неправых и так далее. Мы просто можем воспринимать по-разному. Чё, ты помирить нас решила? Не получится, смотри. Нет, я не собиралась посоревнить. Это то, что я вначале говорила. Она говорит про себя, просто... Все тут говорят про себя. Да, да. И тогда не будет такая эмоциональная реакция на это все. Елена просто живет... Эмоции живёт, тоже прикольные, мне кажется. Эмоции должны быть. Да. Эмоции двигают процессом. Как будто сейчас успешность, да, мужчины, это чисто бабки. Успех мужчины — это бабки, а только, и влияние. И имеет ли значение происхождение бабок для тебя, допустим? Ну, это уже очень субъективно. То есть для кого-то успех — это семья. У меня есть свои взгляды на жизнь, как я буду жить. У меня амбиции, цели. И мне нужен рядом партнер, как я говорила, с такими же целями и установками, чтобы нам было классно. Хорошо, если у него установки намного дальше, чем твои. Круто. Если ты его не устраиваешь как недостаточно амбициозно. Хорошо, он может найти ту, которую будет устраивать. Все нормально. Я понял. А ты с этим посогласишься? Такая скажешь, да, ты да, действительно слишком хорош для меня. Да, если в какой-то момент он придет и скажет... Уже. Ну, уже года полтора. А что, мы все не расставались, не переживали, не плакали в подушке, ничего, я не сахарная, спрашиваем. Переживу это. Опыт. Короче, бабки — это не показатель успешности мужчины. Нет, ребята, у каждого это свое. Не про бабки, она не про бабки. У меня про карьеру, то есть мне важно, чтобы вы развивались. И если бабки у меня... нужны тебе, мужчины, чтобы были денежки? Чтобы у него было не меньше, чем у меня. 100, ты хотел сказать, тысяч? Столько? Столько? 100 тысяч, что у него было. Стилья. Чтобы он был со мной на уровне комфорта. Ну, примерно, история в том, что я заказываю бизнес, а он заказывает комфорт. И мы стоим, и как бы он не может себе позволить заказать бизнес, и я должна из-за него ехать и в комфорте. На разных машинах домой едете. Это просто уровень жизни, и вы на одной ступени, как минимум. Нужны, короче, бабки. Конечно, он должен быть со мной просто в моей зоне. Ага. Ко мне друзья прилетали с Северной Осетии, и у меня во дворе, двор наш, эскортниц.
полон. И я ему говорю, вот группа, типа, наших соседей, просто найди себе подходящую соседку и что-нибудь ей напиши, там, и познакомься. Они познакомились быстро. Поехали, кстати, под утро в стриптиз-бар, вообще не понимаю, я что за прикол с девушкой ехать. И они, когда приехали, она начала плакать, короче, он, ну, блядь, Саула спустился. Он не понимает, денег у него много, под какой-то бизнес, денег много, но он в Осетии постоянно живет и не понимает московских приколов, и скортница, короче. Он и говорит, что с тобой случилось, чего ты плачешь? Она говорит, просто пообещай никогда мне комфорт больше не вызывать. Я, блядь, так смеялся, типа, ну, пиздец. Она реально из-за этого плакала? Она из-за этого. Он говорит, вроде все нормально идет, мы приехали там в трусы. Она спустилась на дно просто, да? Он думает, слава богу, что не лошадь соседей врет. Не, он такой, машина едет, Солярис, нихуя себе, блядь, нормально. Ни девятка, ни 99. Ну, в Латвии это комфорт, да. Да. Поэтому... Понятно. У меня еще есть комментарии, я можно скажу? Да, про конечно. То, что, например, для некоторых... Есть женщины, которые тоже карьеристки, и они, например, видят свою семью так, что они зарабатывают, а мужчина будет, допустим, дома сидеть с детьми и заниматься бытом. Есть такие женщины, и это их норма. Есть женщины, которые хотят там быть партнерами, и это их норма. Мы туда не лезем, им так классно. Да. Если говорить про меня, например, я... если говорим про семью, то я хотела бы заниматься ребенком в будущем. У меня есть карьера, работа, я хочу заниматься ребенком больше, наверное, часть, но все-таки мужчина, чтобы был сильнее, чтобы во время всех проблем, декрета и так далее, я не думала о финансовой составляющей. Вот это важно. Здесь я хотела бы, чтобы мужчина взял ответственность, потому что, если честно, я не знаю, как меня разъебет гормональный фон, я не знаю, что со мной будет, я не застрахована. Да, да, у меня дикий страх, я не знаю, что со мной будет, как я буду выглядеть, как я изменюсь, что, как меня будет шатать, я вообще не знаю. И очень хочется рядом надежно человека, который мне поможет, мой друг, моя опора, который вот меня возьмет, обнимет, скажет, все будет хорошо. Я с тобой рядом. Теперь я испугался. Есть истории такие, вот у кого-то из девочек, допустим, что там подруга родила двоих, гормональный фон у нее пошел настолько по пиздец, что она вот прям... Развод? Типа? Ну, типа у нее кукушка отъехала, она ничего не хочет. Кто у нас с детьми? Поделитесь. Да по-разному у всех. Как я говорю, есть две стадии. Либо ты такая мама-мама, трясешься, никому не доверяешь, либо ты такая, да нет, есть еще жизнь, и пошла в жизнь, занимаешься спортом, следишь за собой, развиваешься. То есть тут две просто стадии. Ну, гормоны у кого-то, да, пляшут. Конечно. Причем, смотрите, как я говорю, мало того, что женщина, она во время беременности, у нее гормоны, да, она родила, у нее гормоны как минимум год будут, да, плясать, а у кого-то пока кормит грудью. А в-третьих, у тебя уже недосып появляется, у тебя нет такого сна, а на психику и на нервы что влияет первым делом? Да. Сон. Поэтому это капец женщины, важно, я да. говорю, вы всегда, ну, будьте немножко внимательны к своим женщинам. Татьяна, да. Что ты думаешь? Как резко. Когда рожать? Бабки нужны тебе? Я вообще считаю, что в целом успех — это ну, не, вообще далеко не всегда про деньги, далеко не всегда про бизнес и все то, что касается наших привычных материальных мужской, представлений. Мужской, да, да, да. То есть я думаю, что в целом успех, ну, человеческий, как мы вот вначале поговорили, что вот в целом вот этого разделения мужское, женское, я вообще на самом деле, знаете, вот что думала, про ответственность хотела сказать, вот вернуться на виточек. Да нет, 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 прошу вообще тебя, сейчас меня разъебут. Нет, нет, нет. Оставь. Я абсолютно со своей колокольней, которую тоже недавно один осознанный человек что-то смотрел какое-то видео, и он говорит... что в целом в мифологии раньше было, вот как там, был космос и хаос. Ну, то есть космос — это вот есть вот эта некая структура, порядок, хаос — это то, вот к чему мы периодически стремимся. И вот ответственность — это просто слово такое, мне кажется, не для всех приятное, да, возможно. Ну, какая-то структурированность, когда ты можешь себя так собрать в кучу и ну, распланировать день, да, так скажем. Это и есть вот этот космос. То есть ты в целом можешь не брать эту ответственность, это тоже твой выбор. Ты можешь вообще полностью вот разлететься по этому миру, как шарик, летать тут и тут, и там, и тебе тоже будет круто. Но в какой-то момент ты поймешь, что ты все ближе идешь к саморазрушению некому, ты не приходишь к своим мечтам, ты не находишь нужных людей, тебя начинают окружать люди, которые тоже не хотят что-то ни к чему стремиться. Что ты своего-то рассказываешь? Я про ответственность, что в целом вот эта некая структура, она просто помогает
помогает нам создавать вот эту вот гармонию и баланс, о котором все сейчас говорят, угу. потому что это есть вот это единство и борьба противоположностей. Как угу. мужчина с женщиной, как и космос и хаос, как ответственность и безответственность. Угу. То есть это тоже как все... И как и успех, успех с деньгами или успех более, на более высоком уровне, на понимании высокого уровня. Да? Угу. То есть когда человек просто может ощущать счастье, находиться здесь... Очевидно, что это важно, да, мы все равно находимся в материальном мире, и мы, ну, нам надо, mm-hmm. то есть у нас есть тело, вот это все, все материальное, мы имеем это как раз как инструмент, чтобы здесь находиться, mm-hmm. и деньги, это скорее как последовательность уже твоих действий, твоего дела, то, что ты творишь, мы же все подобны, ну, Богу, и каждый из нас может творить, и для меня успех человека, мужчины, это когда он тоже находит свое дело, где он может творить, где он может самореализоваться, и я уверена, что если он это дело нашел, то там будет и там будут и деньги, и счастливая семья, mm-hmm. и в целом есть уравновешенная такой. Такая подход ага. к жизни. Вот. А я хотел спросить, кто вы откуда? С каких городов? Я из Казахстана родом вообще. Тюмень. Да. Тюмень, нормально. Хорошо. Абакан. Абакан. Абакан, знаем. Полина, ты откуда? Сочи. 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 Лена. Беларусь. 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 Хорошо, да. что не Беларусь. Ирина. Я из Красноярска. Красноярск. Все, москвичей нет. Красные города угу. вообще отлично. Сабрина, ты что скажешь? Бабки про нужны деньги? Тебе? Да. Что? Да, все, да, нужны, мне нужны да, бабки, да. Да, да. вот да. это давай по-нашему. Тут вопрос неправильный, мне не нравится твой вопрос. Вопрос. Он с подковыркой изначально. А я подковыристый пацан. Так да, блин, я же вижу, что ты специально разгоняешь, блин. Но вопрос неправильно поставлен изначально. Простите. Такой. Спасибо, спасибо. А какой он бывает, Сабрина? Успешный мужчина без денег? Вот сейчас нам Полина расскажет. Да, я хочу... очень короткая, минутная история, которая закроет да, конечно, вопрос ответственности. Полина. Хочешь? И заодно да. она ответит на вопрос, важны ли для меня деньги. Так. Давай. Давайте представим, что жизнь — это рафтинг. Угу. Все, я уже выпал из разговора. Рафтинг, рафтинг по горе, когда по горной все. Реке садишься на такую лодочку надувную, и понял. Ты, значит, там гребешь. И вот как люди подходят к рафтингу. Если человек новичок, если он не умеет плавать, если да. он не в своих силах, он боится там и так далее да. воды, он не захочет садиться в эту лодку. Да. Либо он сядет и будет пытаться сделать так, чтобы гребли другие, чтобы это побыстрее закончилось, и желательно все было очень гладенько. Угу. Да. Если человек уверенный в себе, он хорошо плавает, он любит драйв, он любит кайф, он сядет в эту лодку, и ему будет хотеться, чтобы там было, не знаю, побольше всяких бугров, подольше все это длилось, он будет управлять и так далее. Угу. Там может быть адреналин, там разное может быть, да? То есть ему будет весело. Так. А если человек в себе суперуверенный в своих силах, он еще и сядет в лодку и отдаст весла и управление более слабым. Кредиты наберет. Более слабым он даст. Угу, да. То есть он будет понимать, что люди обучаются сейчас, и у него есть гибкость, у него есть способность, если что, справиться с какой-то ситуацией, которая пойдет не по плану, да, и спасти себя и их. То же самое с жизнью. Вот для кого-то ответственность — это очень тяжело, потому что я не знаю, как супер. Справляться с этими обстоятельствами, которые супер. Постоянно возникают. Я понял, что я не то сказал. Для сегодня. Взрослого да. человека ответственность — это свобода. Я могу выбирать, что мне сегодня делать. И если говорить про меня, что для меня важно? Для меня важно вот это отношение к жизни, когда мужчина готов рисковать, ему интересно, он кайфует, он хочет чего-то достигать, mm-hmm. добиваться. И, естественно, как и в рафтинге, могут быть взлеты и падения. Mm-hmm. Как и в рафтинге можно заебаться от того, что ты спускаешься несколько и раз можно, по склону. Да, и можно отдохнуть. И у всех да. Миллиардеров и олигархов были моменты, когда они теряли все и так далее. Поэтому здесь вопрос успешности от и денег солнцу, связан Полина. Прям вот, ну, знаешь, такое. Угу. С одной стороны, да, с другой стороны, а может быть, у него сейчас момент, когда он все потерял неделю назад, угу. а через месяц он снова будет на коне. Мы не знаем. Обычно русский. Но это говоря, состояние. Предприимчивость мужчины решает, насколько он предприимчив. Да, интерес, да, готовность да. рисковать, готовность идти в жизнь, сталкиваться с неизвестным, что-то изучать есть, и так далее. Есть, вот. Дальше еще какие качества. Не сдаваться, вот это есть успех. Тоже. Никогда не сдаваться. Еще что? Никогда не сдаваться. Блядь, да. все про меня. Когда мы познакомились с Яшей, у него не было ни квартир, ни денег, он был после развода, оставился первой жене и жил у папы в квартире. И она подводит к тому, как Нет, ты его замотивировала. Я выбрала, у меня было два мужчины, которых выбирать. Они были знакомы друг с другом, потому что я думаю, никто мне кольцо не принес, ни ты, ни ты, я как бы никому не должна. И на моем дне рождения все познакомились, и я поняла, что я люблю Яшу, Яша понял, что любит меня. И я выбрала Яшу, а не более обеспеченного мужчину, и пошла, он сказал, ты готова со мной пойти и пройти? Я сказала, я готова. Поэтому важны ли деньги? У мужчины могут быть деньги, ты будешь с ним, и
ты разрушишь энергии, и он будет неудачником. Угу. Либо ты возьмешь такое мужчину, бывает, который ты видишь стабильный, готов двигаться вперед, и ты своей энергией поднимешь этого мужчину, и вы вместе будете строить кирпичик по кирпичику. И такие браки в основном, они стабильные, потому что брак — это выше, чем любовь, брак — это выше, чем деньги. Брак — это бизнес-проект, который вы строите много лет, годами. И даже иногда, как говорится, любовь. Не любовь иногда стоит на первом месте, когда уже вы нажили многое, что, да? Уважение. И уважение, и то, что вы имеете. То есть, типа, конечно, любовь, страсть проходит, а уважение... Уважение, да, и забота. Любовь, страсть, да, она проходит. Любовь, страсть — это вот первый год, второй четкая год. Четкая тема, отличная тема. Мы с Полиной цеплялись на прошлый раз по теме любви. Помнишь, мы с тобой спорили? Я помню. Ну, я говорила о вот этом чувстве, которое нас захлестывает, и мы его называем любовь, потому что, скорее всего, очень много книг, фильмов, нам песен показывает про любовь, а в таких как бы выражениях любви всегда какая-то она несчастная бывает. То есть, если ты песню пишешь, ты по-любому пишешь там, ты, сука, обманула меня, ушла от меня, допустим, если это книга, там, она под, ну, под поезд прыгнула, там, если... Веселых песен о любви очень мало, ну, только в Советском Союзе. Есть в этом же зерно здравое, что я говорю, что про любовь как будто бы нам подменили чувство... Понятие любви, да. И когда я в один раз опять сел и посмотрел всех своих девушек, я такой, ё, блядь, вы чё, от одной матери, что ли? Даже внешне все похожи. Все, действую по-другому. Выбрал человека, который заботится обо мне и любит меня. И я через некоторое время понял, какой это крепкий фундамент для отношений, для того, чтобы ты... Такой, вот, блядь, короче, не могу объяснить, чтобы это корректно звучало. Нет той страсти, из-за которой ты с ума сходишь. Просто вот да, когда у тебя стояк 24/7, она тебе пишет, там, 25 минут еду к тебе, и у тебя чуть-чуть какать хочется. Так волнуешься. Потом посрал и отпустил. Да, да. Давайте, подожди, вот мы еще у Ирины не узнали. Ой, Ирина, простите. Ой, да нет, я... Ирина, скажите, скажи про бабки, как мы говорим. Для тебя деньги — это мерило успеха мужчины? И, может, какие-то случаи в жизни были похожие? Ну, для меня, да. Мерило. Если честно, да? Я материальный человек, я этого не стесняюсь. А что, все по гороскопу? Водолей. Mm-hmm. Ой, я тоже! Ебать! Открыл просто это. Мы троем. Да, да, все. Ага. Ну, я искренне говорю, для меня деньги... Я сама люблю деньги, для меня это комфорт, для меня это и здоровье, и развитие, и, ну, как бы, как ни крути, тем более Москва, к сожалению, или к счастью. К счастью, да. То есть нужны, то есть успех? Да, конечно, нужны, блядь. А равно бабки. Мне кажется, это часть просто успеха. А вот какой он тогда должен быть? Ты задаешь как-то два вопроса. Нет, а какой ты говоришь, он... важны ли бабки, а потом говоришь, успех — это бабки. Он специально это делает, ты что, не понимаешь? Он ковыряет. Нет, допустим, кто-то хочет быть просто известным, я не знаю, бедным художником, но обо мне знают, да? Да, кстати, есть такое. Есть такое, что для некоторых успех будет признание. И они даже этим гордятся. Они даже гордятся. Я делаю просто вот... Это только у художников, да. Там ученые и... Просто финансы не на первом месте будут стоять. И даже не выставляют на первый план. У меня вот одно пальто простреленное, и трусы я не стираю, потому что у меня носили. И они этим гордятся, понимаете? Ага. Есть такое. Да. А да. Кто-то говорит, ну, это не как бы... Это вот, не наш случай, короче, да? Как бы деньги — это люди, материал, ну, строительство для моей комфортной жизни. Но знаете, что хочется сказать молодежи, что не надо деньги ставить во главе себя, да? Если ты будешь выше денег, у тебя все будет. К тебе все само будет приходить. А что это значит? Подожди, это очень красивая фраза, но я не понимаю. Смотри, фраза заключается в чем? Я слушаю девчонок, и для них важно. Вот просто пример своих девочек, которым окружают, слышу мысли. Да? Картинка. Они живут картинками. Им важно, в чем ты одет, на какой машине ты ездишь. Угу. То есть им похеру, какой ты человек, и им похеру, как она себя будет чувствовать с тобой. Для нее главное, что ты ресурсный, денежный человек. Есть такие, да. Но и у этих девочек почему-то не складываются отношения с таким. Вы обратите внимание, что мужчины, которые действительно зарабатывают деньги, они ищут наполненных женщин, которые не ставят деньги выше себя. Им не интересны такие женщины. Да? Ты знаешь, я очень много лет работала
с очень обеспеченными мужчинами, и там каждый ищет под себя разную женщину. И не все ищут наполненную. Но они ищут на один, на год, два, три. Я редко вижу, я знаю таких тоже мужчин, и редко вижу, что они на долгие годы, люди, которые на долгие годы со своими женами, и у них могут быть любовники, да, это без разницы, это их личная жизнь, как мы говорили, да, уже. Но это все равно не те браки. Да, есть кто ищет по интересам, но я про что говорю? Люди, которые гонятся всегда за деньгами, эти деньги от них дальше и дальше становятся. Можно поймать успех секундный, а ты поймай успех надолго. Угу. Слушай, ну я думаю, нам уже надо чуть-чуть... Закругляться. А финалочку давай какую-нибудь, может? Серьезно? Спеть что-то? Ну-ка, может, на затравку вопрос самый каверзный. А, Леночка, а когда ты начала заниматься... Вот он каверзный. Серьезно, Лен. Когда ты начала заниматься своим блогом, ты была замужем уже? Конечно. И когда ты начала этим заниматься, ты Якову сказала, я хочу заняться блогом, мне нужно... Я не говорю, я никого не спрашиваю. Мне не надо спрашивать Яшу, чтобы покакать, покушать или сказать, чем мне заниматься. Нет, конечно. Чего ты так на меня взъелась? Я не взъелась, я просто... Я же тебе по-другому говорю вопрос. Да слушай, помолчи. Она в борьбе, в какой-то борьбе, да, ты, Лена? Побудь девочкой. Побудь девочкой. Секунду, я тебе спрашиваю о том, что... У меня все в порядке, у меня вагина между ног, а не хуй, прости меня, пожалуйста. Ты Якова не спрашивала разрешения, но Якову ты сказала, я буду этим заниматься, мне надо, чтобы ты финансово нас... Смотрите, мой Яков меня встретил, когда я... вела зарядку на местном телеканале. Я уже была все время с телевидением связана, с каким-то блогом. Он меня встретил изначально. Он меня в Инстаграме-то и нашел. Поэтому то, что он говорит, блог мой, Яша и встретил меня. На какой ты вопрос отвечаешь? Зачем ей вопрос? Подожди, да. На какой ты мой вопрос отвечаешь? Ты говоришь, ты у Яши спрашивала? Нет. Вы слышали, что я? Я спрашиваю, когда ты пришла, ты сказала, я буду заниматься блоком, мне надо, чтобы ты нас финансово чуть-чуть подтянул. Я сейчас не могу зарабатывать, я хочу уйти мечтой. А, нет, смотри, при чем тут блог тогда? Смотрите, когда мы вошли с мужем в отношения, я работала и зарабатывала, но жила в Минске. Он сказал, переезжаешь в Москву. Угу. Я сказала, окей, чувак, ты не хочешь, чтобы я работала, плати мне зарплату жены. Вот такую сумму. Все, мой муж платит мне зарплату, да, и с каждым годом моя зарплата растет. А это нормально, зачем мне подходить, унижаться к мужу, говорить, дай мне на прокладки, дай мне на тампоны. Дай мне... А вдруг вот ситуация, я за границей и попала в больницу. И я что, должна говорить, пришли мне на карту. Я реализованный, самодостаточный человек. Если ты хочешь, чтобы 100%. Я не работала, то ты мне должен, значит, обеспечить мою зарплату. А женщины не хотят... Вот у женщин проблема какая? Ну, никто никому ничего не должен. Нет, не должен, но если он хочет, чтобы я не работала, я соглашаюсь на его условия. Это компромисс. Девушка, это компромисс. Жизнь — это большой сплошной компромисс. Соглашайтесь. Это самое ужасное, что я слышала, потому что компромисс — это когда оба не получают то, что они хотят. Нет, компромисс — это никто не получает. Без компромисса не будет отношений. Я вам скажу, если ты будешь со своим в углу, то ты так и расстанешься. Вот поэтому многие женщины не ходите к таким психологам, которые вам будут учить какой-то вот это кайф, жизнь, кайф, жизнь. Брак — это не кайф и не жизнь. Это реальная жизнь, где вы несете ответственность. Слова женщины, которая живет в компромиссах. Брак — это жесть. Это слова женщины, которая имеет все, даже бабки Яши на своем счету. Завидуй молча. Полина, и на этой ноте я хочу закончить, потому что мне пора ехать. Девочки, всегда требуйте того, не требуйте, а знайте четко, чего вы хотите. И не слушайте психологов. В основном многие психологи, я уже сказала, что они сами без отношений всегда в поиске. А все, можно я до послушаю свидания. Психолога? Полина, можно тебе вопрос задать? Да, можем. Спасибо большое. Да, спасибо. Лена, я тебя просто одной фразой провожу. Мы неделю назад сидели с пацанами, разговаривали там. Я сказал, вот мне кажется, из всех славянских народов белорусы самые спокойные ребята. Еврейскими корнями. Ничего себе, слово «кажется» спасибо было. Большое, спасибо большое. Спасибо вам. Все, не надо, вставайте. Да мы проводим тебя. Приятно. Вот как девочки надо учить. Сейчас был, кстати, тренинг как мужчина, чтобы вас провожали. Проводи, пожалуйста. Спасибо. Полина, можешь спасибо, подсказать? Елена. До свидания. У меня есть вопрос, Можно, пожалуйста, вот, Вот ты сказала, что компромиссом неправильно договоренности называть. А как правильно? Подскажи, пожалуйста. Смотри, компромисс, что это такое? Я хочу одного,
он, например, хочет другого, или ты хочешь и другого. И мы выбираем третье, то, и что мы выбираем нам третье, нравится. Где я жертвую чем-то, что я хочу, и ты немножко жертвуешь. Это компромисс называется. И люди считают, что это нормально, и это единственный способ договориться. Мы это слышали, да? Что такое системная позиция? Это когда я знаю, чего я хочу, я слышу, чего ты хочешь, и мы спрашиваем, а как мы можем сделать так, чтобы каждый получил больше, чем он ожидает? О, ничего себе. О, здорово. И это договоренность. Это договоренность. Системная позиция. И это вопрос. Вот такое и а сегодня. А вы в отношениях сейчас? Мужчины наши? Да. Наши давай, мужчины. Рассказывай. Хочешь, я рассказал. Ты в разводе, у тебя сейчас есть отношения? Да, да, я поверхностно рассказал очень. Сколько вы вместе? Блядь. Понятно. Ну, год, месяц, пять лет. Не, вот год вроде бы, около года. Можно сказать около? Нет, все год, хорошо. Нет, там четкий же, вы же помните, ага. Это вот мы год. Вы отмечали годовщину недавно? Да. Что ты подарил ей? Нет, я подарил ей поездку за рубеж на отдых. Не, ну серьезно? Да, 500 000. А вот, а ты собираешься снова жениться? Бля, да чего вы все начали? Третий день я это слушаю. Вообще, я слышу. Годовщина недавно была, поэтому вопросы пошли. Да, мы к этому вопросу очень быстро пришли. А это может быть важно. Ну, мы не знаем, как ей. Я очень хочу детей. И если можно, побольше. Если были бы возможности от разных женщин, да. Но если бы деньги были. Надо очень много денег. Папа. Смотри, ты очень много говорил про ответственность, папа. Которую тебе тяжело нести. Но, значит, тебе нравится эта ответственность, раз ты хочешь еще да, больше ответственности. Да, по да, факту, да. Заебешь себя. Чтоб сильно заебаться. Чтоб сильно... И полететь еще выше. Нет, правильно. Не-не-не. Чтоб сильно заебаться, начать себя жалеть. И это мой паттерн. Вот и все. Я такой, бля, я бедни, так, мне вот, тяжело. И опять как... выгода. Да. А детей хочется удобно. Много вообще, как чисто так, когда продолжение будешь делать? Что за вопрос? Не знаю, как ответить. Я тебя позову. Ну я за тебя, если что. А если открытый брак или как-то сепарированный брак? Гостевой. То есть вы можете быть вместе, но вы живете врозь. Ой, это тоже... Я бы вот, это странно, но вот я бы, допустим, я бы спал отдельно. Мне вот не нравится. Да, я согласна. У меня всегда отдельная спальня. Вот, я не люблю с кем-то спать. Я была в отношениях 4... Как шарт, я здесь вот... Все, поспим? Не, раздельно. Я говорю, что это крутая практика, что у каждого есть своя спальня, и вы вместе спите, когда вы хотите, а не потому что надо. Ну иди и объясни это женщине. Знаешь, как можно объяснить это женщине? Как? На самом деле женщине полезно спать одной, потому что мужчина несколько раз за ночь просыпается, ну так, поверхностно. Ага. У него может там еще возбуждение храпеть. Происходит я и так вот далее. Я вот сейчас начал храпеть. И женщину это вырывает из глубокого сна. Да. Она, по сути, не восстанавливается. Ага. Вот так сказать. Вот, поэтому да, смотри, это для тебя. Ты у нее выясняешь, что для нее важно. Да. Например, ей важно уснуть вместе. Ага. Давай, и ты такой говоришь, хорошо, давай, смотри, мы с тобой 5 минут обнимаемся, ты засыпаешь, и я ухожу в другую спальню, окей? Можешь отдельно. И ты высыпаешь. Смотрите, девочки, почему-то ты придумал себе, что нет таких женщин, которые хотят спать отдельно. Я хочу спать отдельно. Я хочу спать отдельно. Да, пожалуйста. Это моя мечта, что это уже странно, что это подожди. Подожди, это комфортно. Я один должен хотеть Просторная квартира. Это же круто. У каждого свое сепарированное место, свой воздух и личные границы. Да. Офигенно. Еще туалет и ванная комната. Да, это круто, я так желаю, это супер. Короче, девчонки, кто хочет спать отдельно? Да. Пожалуйста, напишите. Да. Блин, мы сейчас тебе найдем идеальную девушку. Ты с ней улетишь, как шар в небеса. Она у него вроде есть. Супер, она не подходит. Она не подходит. Это тиндер просто, но... Да. Спать почему отдельно? Нет? Основной критерий спать отдельно. Все остальное не ну там притрётесь, если что, уже. А скажите какое-то мнение. Давайте вот так просто по завершению. Не, это что нам надо сказать? Относительно вот этого всего мероприятия. Какие мысли? Было прикольно. Мы как раз очень давно хотели с Таней сесть и какие-то... Мы обожаем говорить про отношения. Отношения — это бездна. Это невозможно договорить об этом. И мы, когда с Таней встречаемся, у нас как раз вайб, мы обсуждаем все. Духовные отношения, карьеру. Обо всем и ни о чем. Да, мы как раз хотели когда-то, когда-нибудь уже сесть с микрофонами поговорить, но наш график не позволяет. Ну вот будете к нам приходить. Мы только рады. С удовольствием. Если наша компания вам приятна, то мы с радостью. Мы
очень любим обсуждать. И узнать что-то новое. Вот тоже я послушала всех, и у каждого свой мир. Да. Да, мне тоже очень понравилось, что все мы очень были такие на разных волнах, на разных мнениях. И интересно, я очень много чего себе тоже взяла, как инсайты некие. Короче, классно с вами, прикольно. Да, спасибо. Георгий спасибо. Сегодня заряжал, на самом деле, тоже всю... Да, я потух в момент, я просто не знаю. Сабрина? Я конкретно кайфанула, мне прям очень понравилось. Так. И у меня в последнее время начала проигрываться тема отношений все чаще и чаще, потому что я в основном уделяла время себе, внутреннему миру, реализации, девушкам. Угу. В этом всем я уже как бы вроде бы начала разбираться, и что-то прояснилось. Я поняла, что в отношениях просто пиздец. Я ничего не понимаю. И тут я сижу, и мне очень интересно послушать именно опыт других людей. То есть, да, прикольные какие-то теории, какие-то знания, вот это все как бы вот облако, да. Но мне интересно, как реально происходит. И вот я послушала, как у людей реально происходит, насколько все по-разному, насколько бывает вообще тяжело и кайфово. И, короче, мне реально интересна тема отношений. И прям очень было круто. А вот относительно всего мероприятия? Ой, блин, конечно, интересно. Я, во-первых, взрослая. И, конечно, мне иногда бывает идти, думаешь, там все молодые, потом думаешь, блин, да, а что такого? Конечно, я только тоже жить начинаю. Там у меня вторая молодость, детей вырастила. Супер. Поэтому мне нравится общение. Мне нравится вообще, все говорят там, ой, молодежь у нас такая, там, значит, классная молодежь. Может, мне такие попадаются. Вот сейчас молодые девочки, я прям кайфую. Как вы рассуждаете, как вы выглядите, какие вы энергичные, какие вы веселые, какие вы красивые, какие вы разные. Просто... Не, ребят, я искренне говорю, я прям вот кайфую от того, что плюс. Вот такие вот ребята, такие девчата. А конец кто нам скажет? Какой-то йоу там. Йоу, всем спасибо. Залетайте на свежий светил. Мы сегодня с вами классно, уютно посидели, поэтому скайпом залетаем на подкасты и общаемся про отношения. Это отличный движ.